Тема благоустройства муниципальных центров является ключевой для властей и жителей Тверской области. Благоустроенные улочки и ухоженные исторические места становятся центром притяжения не только для местных жителей, но и объектом внимания туристов. Кашин стал одним из городов Тверской области, который выиграл всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году. Город получит до 70 миллионов рублей на воплощение своего проекта в жизнь. А 9 августа Юлия Саранова вместе с главой города Вячеславом Крупениным презентовала проект благоустройства конного проезда и набережной реки Кашинки жителям города. Кашин очень зеленый город. И, конечно, очень важно, чтобы это ощущение сохранялось и город продолжал быть таким вот уютным и зеленым. В ходе презентации Юлия Саранова познакомилась с местной жительницей Ириной Бодровой. Женщина работает как художница и ландшафтный дизайнер. Хоть Ирина родом из Москвы, Кашин стал ее второй родиной, где она дает жизнь своим замыслам. Среди участников встречи также была Ирина, ландшафтный дизайнер, которая вместе со своей инициативной группой приняла самое активное участие в разработке проекта. Ну а после встречи мы обсудили вопросы сотрудничества именно в теме добровольчества, потому что они очень активно занимаются благоустройством города Кашина. В дальнейшем к этой работе, считает Юлия Саранова, присоединится молодежь и волонтеры Кашинского района.